Когда газету упомянули, я вспомнил, что в вашей биографии же был эпизод, когда вы были газетчиком, когда вы писали для советского спорта или для советского футбола для тоже. Для советского спорта. А для советского футбола нет, да? Нет, нет. Ага. Это было по окончанию. Ну, надо было как-то зарабатывать. А, вот. То есть, когда и я учился в высшей школе тренеров. А в этот период? Ну, конечно. Я в итоге двухгодичная высшая школа тренеров. Вот, и там, и поэтому так. Частенько мне редакторы посылали тему, значит, я старался как-то